Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем открывать кейсы и крафтить варерарки не из кейса, потому что я устраивал опрос у себя в группе, и больше половины там проголосовало за и открытие, и крафт. Значит, на открытие у нас здесь 20-25 кейсов. Ну, золотые яйца, тыквы и подарки, так как обычные кейсы убрали, к сожалению. И... Значит, в рерарке у нас, если я правильно умею считать, чисто в теории, здесь 85 штук. Вот, но я думаю, начнем сначала с кейсов, а потом перейдем уже к рерарке. Так что давайте золотых подарков, которые в нынешнем моменте сейчас есть. Пламя. Ну... Допустим, хотя бы не синька. Еще варера. Оба. Масата белый. Блять, не могла БМ-ка белая. Ну, кстати, на прошлое открытие мне когда выпал тун, да? Я потом уже понял то, что было обидно. Когда он в прошлый раз выпал, в прошлый раз он выпадал еще до обновы. И он не мог был быть крашеным, да? А сейчас, если тун выпадет, то он может быть крашеным. Но теперь-то он хуем выпадет. Это, конечно, обидно. Ну ладно. Синька. Да? О, варерап тоже. Бинарность кобальтовая с меткой тактик. Нормально. Ну, бинарность такое. Вот лайтспид я видел, вроде с этого кейса может выпадать. Он тоже же нынче крашеный. Насколько, по-моему, раньше он не был крашеный. О. Баннер, Гарри, черный. Вот этот, кстати, четкий баннер надо будет поставить. Черненький. Но пока что выпала одна черная варерарка, одна белая и одна кобальтовая. Остальная вроде параш пока. Так. Еще варерарка. SLK шел. А, еще есть метка акробат, спасибо. Вот СЛК-то точно, конечно, для тех колес, которые я вот хотел все время. Синька. Просто синька. А, золотое яйцо теперь давайте. Их 4 штуки всего. Угу. У меня сегодня выпадет хоть одна... О, я видел там метку нападающую. Ага, метка страйкер. Правда, на деколе такой... Ни одна импортка даже не упала. Ну, конечно, синька, блин. Импортку давайте хотя бы, ну или экзотики в идеале. А, еще в идеале, конечно, БМ-ку, но это совсем зажрался. А, что это? А, порвана комик. Сначала не понял, что выпало. О, первая импортка. Мех, блядь, мех. За что мех-то? Ладно, и осталось 12 тыкв. О, еще одна импорт. Подряд? Да ну нахуй. Блять, две, по-моему, самые хуёвые импортки в игре выпали. Ну ладно, мех еще даже относительно неплохо по сравнению с этими колесами, я соглашусь. Так. ЭКГ, ОМГ. ОМГ какой? ЭКГ. Блять. Ну, даже не синик. Молнии. Ну, печально, что молнии, кстати, не могут быть крашеный шлейф. Я думаю, у меня же сет есть молнии. Ну, буст молнии крашеный. Все цвета. Было бы прикольно, если буст молнии в цвет еще такой же шлейф молнии. Но не бывает. О, импорт нормальный. Ну, фрактальное пламя розовое, это пока что, наверное, самое лучшее, что за сегодня выпало. Ну и баннер черный мне понравился. Так, и тут что? А, ну синька. Синька, 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 кобальт, синька. Синька, синяя. Синяя, короче, да. Еще одна синька. Лаймовая, да? Ну да. 5 кейсов осталось.
синенькая. Все, теперь одна синенькая будет падать, да, до конца? Тупо. Последние 4 кейса синий. Ну, я же говорю. С меткой показушник зато. А, сейчас же еще и нельзя крафтить эти мискейсы, блядь, пиздец. И куда мне сколько залупается, где? Фрактальное пламя теперь не крашено. Ну, не самое плохое. Very rare-ка. Кобальт. Ага, мне выпал баннер кобальтовый октан, да, и черный доминус. Ну и последний у нас very rare-ка. Димейдес. Вот черные выпадали, я помню, в прошлом открытии такие. Так, ну и теперь very rare-ки не из кейса. Че, можно понадеяться, конечно, на белый октан, но я сомневаюсь. Ну а что вдруг? 2, значит, 3, 4, 5, вот так одиночные запихнем. Первый. Вроде бы. Ну, вот это сейчас было печально. 17 должно у нас быть крафтов. Уже 16. Спасибо за мерс. Мерседес. Очень хороший. Жженый сен. А, где у нас тут варирокин? Магнус. Так, давайте. Баннерен. Так, что еще одинарно есть? Вот, жемчужин. Нормас. И. Вы что, приколисты? Два жженых сена подряд, сука! Очень весело. На, давай сейчас еще какую-нибудь третью вещь, да, тоже жженое сено. Я вообще охуею. Стоп, я проебался. Где? Не эскей свою жертву. Голуби. И пицца. Баннеры давайте. Белый октан. Ну да, плазма. О, красный. Ну, уже лучше, да, конечно. Правда, ничего не стоит. Нет, не суть. Магма. Еще одна. И два единорога. И два чернила. Родхок. Красный. Теперь две красные. Так, теперь еще две какие-то вещи должны быть одного цвета, полюбас. Надеюсь, белый. И надеюсь, одна из них будет октан. Мне, кстати, октан за все время, сколько я крафтил, а я очень много крафтил вещей, мне выпало октан всего, по-моему, один раз зеленый. Он стандартный. Красный, опять уже третий раз красный, но стандартный это, да, это топчик. Окей, от этого не, не буду отказываться, хотя у меня и нет такого права отказываться. А, так, у нас есть что-нибудь? Четыре штуки, вот перо. Перо запихнем. Ну, веном, ну за что? Веном что-то такое. Даже Роудхок получше будет. Дальше, блядь, найти бы. О, рыба. Все 5 штук давайте сразу. 5 рыбок. Что дают 5 рыбок? 5 рыбок дают ионный... Лазурный ионный. Смешно. Да. Изморозь, о. 5 изморозей. Что дают 5 изморозей? Дают... Лаймовые XD. Понял. Не особо дают. Дальше, что у нас еще есть? Крылья драгона. Так, я дебил. Ладно. Проще было по-другому делать. Так, ну и два баннера. Искорки. Пурпурные искорки. А, так я что говорю, проще-то. Вот так через краску. Краски-то тоже нынче много, да? Ну ладно, все равно проще. И молнии. Ой. Ну ладно. Розовый поток данных. Угу. Не очень. Где октан-то хоть какой-нибудь? Ладно, я уже даже... Получу пробелы. Мне хоть не нравится октан, но он хоть что-то стоит. А, давайте.
Блять, нахуй я там три выбрал, потом там четыре. Непонятно. Оранжевое сияние, оно и так оранжевое. Как и ионный тоже. И так лазурный выпал. Крашеный лазур. Ну ладно. С отливом. С приливом. И молнией. Нормас. Да. Что? Вы тоже видели, он сначала был не крашеный. Ну или глиной, я не знаю. Но вроде он реально сначала показался не крашеный. Так, теперь у нас что, вот 4 фастфуда как раз. И брикаут оранжевый. Вот, кстати, из стоковых тачек мне больше всего нравится, нет, не октан, а именно вот брикаут. Как по мне, топовая машинка. Но когда есть что-то получше, не особо хочется на ней кататься. Так, ну и вот так. Нормально. И, ну, октан же. Ну, белые искорки. По-моему, у меня были белые искорки. Надо будет потом смотреть. Так. Очень-очень... Что это тут еще? В машинах сейчас буду искать. Очень редкий. Да. Тесто для печенья. И молнии. И три баннера. По-моему, уже был экзавил лаймовый, или был веном лаймовый, не помню. Ну, вроде экзавил. Или веном. Ахрен. Тесто. У нас на один осталось? На два. Два теста, три баннера и потом пять сокровищ. И все. О, октан. Зеленый. Неужели? Под конец выпал все-таки. Так, и буст. Буст. Очень редкий. Вот он. Сокровищ. Давай, и теперь белый октан, да? Ну, почти. И он. Ну и давайте посмотрим, что по импорткам есть, не из кейса. Может, есть смысл крафтить? Хотя там шанс, что что-то прям нормально выпадет, настолько мал, что я не знаю, с чем это сравнить. Ну да, я же говорю, 2х завел лайма. Поэтому один из них запихнем. А, ну и вот, я же говорю, искорки белые мне уже как-то упадали. А, значит, что-то такого есть, что можно запихнуть. О, а поток данных оранжевый с меткой страйкер. Окей. А, что тут такого прям не очень. Жженое сено, вот молнии. Ну ладно, я буст оставлю. Что еще? Октан, это белый. Значит, ну вот ионный он мне не нравится. Да, поэтому запихнем. Итак, как и обещал, в конце видео розыгрыш. Розыгрыш на 3 места призовых. Сразу говорю, что участвуют только те, кто играет на PlayStation 4, потому что я сам на PS4 играю и никак не смогу призы выдать с игрокам с другой платформы. Поэтому у нас на PS4 розыгрыш на 3 места. Третье место — лабиринт. Второе место — солнечные блики, покрашенные в кобальт. И первое место — полигональный взрыв. 3 БМ-ки. 3 призовых места. Все, что надо сделать для участия в розыгрыше, это поставить лайк этому видео, подписаться на канал и оставить комментарий и указать в этом комментарии свой ник PSN и оставить ссылку на себя в ВК. Если что, все правила участия в розыгрыше будут указаны еще раз в описании к видео. Оставлять комментарии надо именно на YouTube под этим видео. Все, всем спасибо за просмотр. Значит, точно, забыл сказать, 10 января будет итоги розыгрыша. Я не знаю, видео будет или стрим, но в идеале, конечно, стрим, да, если все получится, то стрим, если нет, то видео как минимум точно, и в группе ВК у себя выложу пруфы, то, что выдал всем. Призы. Да, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, участвуйте в розыгрыше. Всем пока.